Сколько роликов мы не ставим с этой милой девочкой, но ни один человек не поинтересовался этой милой-милой кошечкой. Все, наверное, боятся, потому что она черненькая с белым пятнышком. Но я могу вам сказать, у меня лично у самой уголек, который в прошлом году точно так же забрали всех, кроме этого уголька. И он у меня остался. Он красивый, шикарный кот. Он такой милый, добрый, он так ласкается. Он сегодня и так, и этак, а он вырос в настоящую красивую пантеру. Поэтому не бойтесь брать черных котиков, да? Они наоборот вас будут защищать от зависти, от негатива, от всех завистливых людей и мыслей, которые на вас хотят наслать другие люди, да? Этот котик, он будет защищать именно своего хозяина, да? Есть просто разные приметы, там черный кот дорогу перешел, там надо объехать или обойти. Но может быть это если в жизни, а это если ваш личный кот, да, энергетически он будет вас беречь, именно вас, да. Я думаю, наверное, никто по поводу этой милой девочки не пишет, наверное, потому что все боятся. Я так поняла по прошлому году по угольку. Потому что забрали трехцветных, рыжих, сереньких, разных. Но именно черненького уголька никто не взял. Ну, я вам показываю год спустя. Это красивый, шикарный кот, пантера, настоящая пантера. Поэтому, если кто-то хочет приютить, потому что вот сегодня ночью уже шел дождь, это на дачах, там все равно, естественно, они скоро заболеют, если их не взять домой, да. У меня, конечно, осталось 3 котенка, да, еще есть 2 черно-белых таких пушистых, да, но вот они более пушистые, знаете, может быть, чуть будет потеплее, да, а вот эта девочка, она, во-первых, поменьше, как и девочка, да, и она такая уже... Ну, скажем, не то, что прям ручная, но уже погладить чуть-чуть можно, да. Просто пару дней дома, и она станет, как все котики, которых забрали, милые и ласковые. Поэтому еще раз, если кто-то хочет взять, это город Даугавпилс, дача. Есть милая девочка, черненькая, вот здесь у нее белое пятнышко. Пишите мне, и мы с вами договоримся. Ну, кто хочет реально дать заботу, семью, а я верю, что мои подписчики, все, кто взял, это все добрые, милые люди, которые мне присылают фотки, и все, что с этими котиками все хорошо, не переживайте, кто переживает, да. Но я очень-очень рада, то, что они нашли дом, 5 котят, да, вот сейчас, да, я пристроила, вот, но осталось 3, но я больше всего переживаю за эту черненькую девочку, потому что, ну, она девочка, и она поменьше, и очень-очень хочется ей найти дом, пока она не заболела, и, естественно, исход будет один на даче. Вот. Так что, ребята, пишите, кого интересует черненькая девочка. Котенок милый, который будет защищать именно вас. И вас от зависти и негатива. И на себя брать все завистливые мысли ваших конкурентов по жизни.